Приветствую. Продолжаем наблюдать за фэншуй, за движениями энергии в жилищах людей. Направляюсь на объект «Загородный дом», где понаблюдаю вместе с вами за фэншуй, за тем, что мешает фэншуй движению этих энергий внутри помещения и снаружи, и внесем необходимые изменения. Да, здесь фэншуй полный. Вот такие вот старые два проема и двери в деревянном доме. Вот они. И самое интересное, знаете, что вот эта дверь у нас 70, это 80. Все замуровано, все зашито. Видите, тут несколькими слоями. И все это теперь нужно сломать, расширить, потому что вот здесь расширение на 10 сантиметров пройдет по стене. Неизвестно, что мы там, с какими стойками, гвоздями и так далее столкнемся. В общем, фэншуй полный. Вот сейчас это выглядит вот так. Вот так это выглядит. Тут немножко прохладно, но по ощущениям энергетики тут достаточно комфортно. Люди здесь все время живут. Бабушка живет, заказчица. И я не наблюдаю никаких аномалий, таких, знаете, неприятных движений энергии. Все довольно стандартно. Но это то, что было. И с учетом того, что двери у нас некомфортные, закрываются плохо. Никакого фэншуй, естественно, тут нету. Мы это исправим. Ну вот, масштабы события вы видите сами. Это самая простая дверь, самый простой проем, который у нас есть. Для того, чтобы его подготовить, выломать существующую раму, вот она стоит, пришлось прибегнуть вот к такому инструменту. Специальная насадка на болгарку и реноватор помогли мне справиться с этим проемом. Дим, мне можно таскать эти вот? Да, можно. Да я потом вынесу, вы не беспокойтесь. Да что там? Спросите у нее, пожалуйста, ручки есть к этим дверям? Покупала она ручки? Навряд. Сейчас спрошу. Так, она будет. Приступили ко второму проему. Пространство станет больше.
любимая еда. Я говорю, больше ты не нашел ничего. Так он вообще его в сухую жрет. Вот такой странный заказ. Ехал, думал, это особняк. Оказалось, что дом старенький довольно, но перестраивается. И люди, в каких бы условиях ни жили, хотят, конечно, ощущать себя комфортно. Новые двери, новые впечатления, люди очень довольны. Старенький, конечно, домик, не особняк, но с новыми дверьми все по-новому. И люди радуются жизни, радуются своему дому, своим дверям. Дай Бог им счастья. Фэншуй – это энергия, которая вокруг нас везде. Любой объект в этом мире, он тонкими энергиями обладает. И при определенном навыке можно обычным глазом видеть эти энергии. Для этого нужна такая своеобразная фокусировка зрения и немножко терпения. А для того, чтобы вы понимали, что это такое, я сейчас вам эксперимент покажу, проведу эксперимент, вы поймете, что такое тонкая энергия. Легкий дым, который струится от сигары, дает такие небольшие завихрения. Если я сейчас прикрыл окно, дым, на дым ничто не влияет, нету ветра. Вот таким вот образом. Как вот этот дым, только более легкого свойства, характера и не так хорошо видно, присутствует вокруг нас энергия. Эту энергию можно наблюдать, она не стоит на месте, она постоянно в движении. И это очень интересно.